И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы пойдем, пожалуй, в Клоаку. Почему в Клоаку? Да черт его знает. Ну, захотела пойти в Клоаку. Почему бы нет? Здесь у нас берсерк. Охотник за реликвиями. Потихонечку качается. Именно поджаренный стейк используется для того, чтобы живучесть качалась больше всего. Они как бы лучше. То есть у них хорошо развивается вот эта самая живучесть. И в том плане, что бонус от живучести у них прибавляется. Ну, то есть они неплохо по ХП получают плюсов от живучести. Возьмем с собой. Броня вполне нормальная. То есть, как бы, если что, будем отбивать ее. Ну, у нее как бы по ХП-то не кисло, если что, побольше, чем у меня будет. Так что с этим тоже проблем не будет. Единственное, что правильно, нужно сделать хилки. И, кстати, у меня два конака куда-то исчезли. И, судя по всему, они... Я нашел случайно, где спутники. Хотел уже в видосе спросить, а то случайно наткнулся. Думал, прикольно. Судя по тому, что... Они отображаются на карте. Но там, не смотрите на мини-карту, она что-то баганулась прям вообще конкретно. Судя по карте, то есть мой конок где-то находится вот здесь-то. То есть где он конкретно? Вообще без понятия. То есть как бы в этом-то и вся проблема. То есть я его даже слышу, слышите, ржет конок. И в этом-то и вся проблема. То есть он по ходу дела где-то под текстурами. И с этим сделать, ну, как бы ты ничего не можешь. Ну, как бы, что, логично. А что ты сделаешь, есть фон у тебя в текстурах. Возможно, после какого-то перезахода, то есть у меня вот два конака здесь где-то находятся, возможно, после какого-то перезахода они вылезут. Возможно, но это не точно. Так, следовать. И что у нас в Клоаке? Хотел сбегать за каким-нибудь этим. Ну, кстати, да, здесь нигде нету. Я тоже проверял. В зданиях, соответственно, нигде нету. Где-то вот, где-то в текстурах. В общем, был еще вариант сгонять за это, за другим воином, но что-то как-то пока что не сильно-то и охота этим заниматься. Так, что у нас? Стрелы нормально, вот это вот выкидываем, сенсы надо скинуть, и здесь нужно сделать обязательно повязки. Можно, конечно, сделать вот такие вот из шелка. Они явно уже будут побольше. Тем более, что... Ну, а химическая основа у меня есть. И нормально. Так что можно будет сделать и их. С чего? Вот это вот можно взять основу всю. И где-то у меня тут было много-много шелка. Отлично. Немножко подготовки. Все как обычно. И можно будет выдвигаться уже туда. Где шелк? Вот шелк. И сделать... Ага, они делаются по три. Ну, пускай будет так. Выжимки из алоэ. Ну, а что, алоэ есть? Могу себе позволить сделать их побольше. Ну, и дрыщевеньких тоже сделаем побольше. Все на всякий случай. И надо сгонять наверх, эссенки скинуть туда. О, ну, в смысле, душу вот это вот. И, для того, чтобы они у меня не испортились в инвентаре. С периодичностью добываю. Да, скорость крафта не смотрите, я задолбался. Я оставил скорость крафта. Но слишком много времени трачу на крафт. Я скорость крафта так и оставил. Если кому интересно. Строительство. Нет, создание предметов. Вот. Вот, рабами и вот это вот.
Это что касается вот этого. -то. Ну и множители создания предметов в загоне. Тоже как бы нормальный. Нормальный. Человеческий. Они рассчитаны на то, чтобы 50% времени ты бегал, 50% времени ты крафтил. Ну вот. Так что, как-то так. Так. Вот это и... А, эти я взял бинты. Отлично. Ну вот, уже по-человечески. Шмотки нормально, это нормально. Даже это есть. Единственное, что я бы сделал... На выносливость это хорошо. Это брони. Эликсир бодрости. А, у меня... Ой, дай в задницу, короче, все. Погнали. А, Клака у нас здесь. Если что-то пойдет не так, я оттуда тпхнусь. Надеюсь, у меня не будет перевеса. Сгоняем в Клаку. Так. Вход в данж довольно-таки прикольный. В том плане, что... Типа, чтобы открылся вход, кстати, здесь нужно аккуратнее, можно туда выйти и не вернуться назад. Чтобы открыть данж, нужно... Вот, кстати, топовый... Да. Топовый боец по урону. Так, что у тебя здесь? Ну, монетки пригодятся. Склянки тоже, чтобы не делать. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, главное пытаться. Во, красава. Просто. Просто красава. Блин. Блин. Так, погоди-ка. А, нет, какой? Я сейчас же его пристрелю. Ай, блин. Пошли за мной. Если что, тогда будем оглушать. Нужно вот здесь вот, в этом круге, завалить. Так, сработало? Да, сработало, слава богу. Отлично. Все, и спускаемся вниз. Так, врубаем свет и заходим в данж. Так. Так. Окей, ты спускаешься вниз, это понятное дело. Угу. Копатель. Ну, что-то там, короче, это... Новое знание, копатель. Так, погоди, а где мой чувак? Или с ним нельзя пройти, и я должен соло это пройти. Вот это вы жопошники, конечно. Ладно, давай посмотрим, что за копатель. Естественно. Копатель. Светящаяся масса кости. Дыхательное зелье, светящаяся масса. Светящаяся стоящая... А, ну... О, мясо бездны могу изготавливать. О, это неплохо. Только с чего, конечно, она изготавливается, это вопрос. О, вот ты где. Ну, а я уж думал, мне соло придется все это дело тусить. Не, нормасно. Так, спускаемся вниз. Здесь довольно-таки светло. Ну ладно, пока можем и так сделать. Так, что у нас здесь? Ага. Ты говоришь плыть вглубь. Ну, как бы логично. Спуститься вниз и заныривать. Окей. Если что, у меня есть копье всегда с собой. Прилив для дыхания под водой. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь. Есть или нет что-либо в целом. Я имею в виду про ящички. Естественно, всякая гадость будет.
Я думаю, вот это все выхода, то есть они одинаковые. Типа, все ведут в одно и то же место. Так, что у нас здесь? Угу. То есть понятно, если что, это у нас проход идет. Сначала мне казалось, что я в тупике, но здесь и закончилась моя охота за сокровищами. Хм, интересно. Ну, допустим, пока что туда не пойдем, а пойдем сначала занырнем там, где нам показывали тени. Тени из прошлого. Посмотрим, что они нам... Точнее, куда они нас заводят. Эти самые тени из прошлого. И найдем ли там что-нибудь. Да, вокруг только один сундучок, вы его видели. Но я сомневаюсь, что здесь будет что-то еще спавниться. Если только нет чего-нибудь в центре. Не, в центре тоже ничего нету. Здесь вот спуск вниз. Так, давай вместо лука возьму. А! Погоди-ка. И что это за пламя образовалось? Ага. Здесь у нас... Так, ну я здесь больше ничего не вижу. То есть у нас на дне всякая гадость и не более. И я поджег... А, нет, это не я поджег, они все подожжены. Давай спускаемся сюда. Посмотрим, что у нас здесь. А, это понятно. Я здесь могу светящуюся кашу вот эту собирать. Ну, собственно, то, что я изучил здесь, для этого я лут и могу здесь собирать. Окей. Хорошо. Так, давай, ты идешь за мной. Что-то мне подсказывает, мы... Так, не так. Следовать. Мы сейчас в итоге и будем тусить. Так, заныриваем вниз. Естественно, всякая гадость. Выныриваем. Сейчас бы, а лут дали бы нормальные в этих сундучках, но. Но проверить надо все. Здесь тоже светящийся. И последняя яма. Здесь ничего. То есть у нас получается только в двух местах есть сундучки. Ну а там уже как повезет. Все, погнали дальше. Так, конечно, тут всякого хлама уже поналутал, но что поделаешь? По-другому и быть не может. Как раз силовое оружие поднимем урон. Ну, а это все пускай будет. Так, ты идешь за мной? Отлично. Нет, давай сделаем вот так. А это сделаем вот так. Открываем ворота. Заходим вниз. Точнее, проходим вперед и спускаемся вниз. Конечно, этот змеиный шепот меня раздражает, если честно. Угу, нет, урона нету. Хотя я изначально подумал, мало ли вдруг будет урон проходить. Ну, типа, яд и так далее, но нет. Нет, урона нету. Вскарабкаться нельзя.
Так, погоди-ка. Я там что-то читал про какие-то механизмы. О-хо! Там просто заметка перед дверью. И там было написано что-то про механизмы. И типа о том, что луком пальнуть туда. Типа стрелами можно достать до этого механизма. Вот, достал. Достал. Я же красава. Красава. Так. Ты главное это, беги за мной. Не, не отставай. А, и все, и вода уходит. Отлично. Угу, и камень отъехал обратно. Так, записки читать полезно. Тем более, в которых подсказки, как пройти данжик. А, в целом, я вот эту клаку, я видел змеюку, то ли у кого-то на стриме, то ли чё. Там будет колодец и оттуда будет змеюка вылазить. Огромная такая змеюка. Вот. Что я видел? Так, нет. Здесь ничего нету. Так, ну здесь опять светящаяся масса. На нее мне насрать. Да, и здесь тоже ничего нету. То есть здесь просто место для подлутания светящейся массы еще дополнительно. Если она будет нужна. Так, светящаяся масса, о, масса, ингредиент. Давай вот это вот используем. Твою мать, ну естественно. Кстати, да, вот это вот зелье лотосов, когда ты используешь, они показывают... куда ты тебе идти, чтобы найти босса. Вот, если по-простому совсем. Так, Чувиха, ты где? Эй, ты где? Ты что, бросила меня? О, красава. Телепортировалась. Так, теперь вопрос, куда надо... Ага, в целом-то понятно, куда надо стрельнуть. Отлично. А туда надо стрелять? Не, вода поднимается. Отлично. Стрелять не надо. Так, сундучок. Хлам. Сундучок, хлам. Отлично. Везде здесь только хлам. Значит, что? Правильно. Сюда нам точно не нужно. Так. О, спасибо. Я как только хотел стрельнуть, но подняли. Спасибо большое. Так. Здесь уже почти интересно. Давай сделаем так. Так уже явно получше видно. Здесь у нас ничего нету. Здесь тоже по низам ничего. Это отсюда я спускался. Хорошо. Здесь у нас маленький подъемчик, который ни о чем. Отлично. Здесь по низам ничего нету. Значит, что? Правильно. Ищем механизм, который нам зальет водой вот это все дело. Искать. Изи. Так что стоит только ждать, пока все это дело зальется водой. Ну, конечно, 5 левел с собой взял. Ну, блин. Ну блин, а что поделаешь? Качать-то тоже надо.
Так, это мы пробрались сюда. Я проплыл, ты телепортировалась. Ага. Интересно. Да вроде бы попал. А, возможно, нужно подождать, пока механизм вернется на место. Нет, вода поднимается, отлично. Но вода поднимается здесь. И только здесь. А здесь она не поднимается. Интересно. То есть те механизмы, что один, что второй у нас... Так, давай вот так сделаем. Отвечает за подъем воды там. Угу. Если что, отсюда тоже выбраться можно. То есть сюда теоретически спускаться не надо. Ага, вода спускается теперь. Как говорится, либо я дурак, либо лыжи не едут. Так, отсюда я могу стрельнуть туда? Нет, отсюда я этот механизм не вижу. Подумаем. Я, короче, не знаю, что я сделал. Но я сюда подошел, и здесь уже вода была заполнена. Ой, только мне не сюда надо. Да ёб твою ж за ногу. В общем, я не знаю. Я сейчас просто поставил на паузу. Чутка подождал. Стрельнул в центр и типа оп. А там вода. Кого хрена? Это кто знает. Может, надо два раза в механизм стрельнуть, типа. О, видали? Там опять вода. Я без понятия, как это работает. Я уверен, что вы это уже нашли в интернете. Если вы пытаетесь найти. Но я, по сути, стрельнул в каждый из 3 механизмов. Минимум по разу. И все. То есть... Опача. Опача. Опача, развилоча. Так, здесь нету. Смахивают как на арену Клоаки, собственно. Она вот примерно так выглядит, судя по тому, что я вот помню. Скринчики и так... О, здорово, ну наконец-то хоть кто-то. Задолбали меня эти ловушки. О, давай. Надо это, прокачаться. Ну, ты, короче, почти попала. Давай точно так же, только по нему. Во, давай, давай. Пах, пах. Красава. Сразу же левел ап. Вот. Эй! И чё вот это вот такое, я не понял. А почему шанс роста не... А, это их задница, короче. Кстати, есть чё? Всякая шляпа. Так. Нормально. Качаемся, так качаемся. Хм, а вот там спуск вниз. Ну давай, чисто из логики все-таки сходим туда. Здесь что-нибудь есть? Туда не пройти, туда не пройти. Давай вернемся обратно. Будем идти по очереди, скажем так. Давай посмотрим, что нас ждет здесь. О, сундучок ждет. Шлак.
И это реально все? Я просто хотел проверить, так оно или не так. Так. Ну, выглядело как яд. Ну, такая ядовитая, типа, это, вода. Нет. Какая-то непонятная комната, если честно. Так, гади-ка. Нет. Это выглядит как текстурки обычные. Тоже нет. Тоже нет. Окей. Ну, это просто текстурки. Ладно, без понятия. Да, теоретически, наверное, надо было это. Типа, ой, надо было посмотреть в интернете, как пройти. Да, в жопу это все. Сначала буду смотреть это, вот как в прошлом данжем. Сначала попытался, а потом у вас спросил. Еще видос как бы не выходил с прошлым данжем, но... Но как бы я спросил, а там посмотрим. Подскажет кто, не подскажет, что, как, ну там, какие вопросы были. Ой, так, ладно. Здесь у нас все поломато, но можно спуститься вниз. Также светящаяся масса. Невозможно вжабраться. А я не пытался, я пытался плыть. Ага. Опа-на, подлак. Подлак-пролак это, конечно, веселая штука. В целом я понимаю, что ну, от меня требуется. Но давай сплаваем сначала туда. Сплаваем, сбегаем. Угу. Здесь вообще ничего никогда. Никак не забраться. Ну окей. Ключ, как говорится, я увидел камешек. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да ёб твою за ногу. Так. Нет. Не забирается. Окей. Значит, сейчас сюда просто наверх заберемся. И отсюда будем метким, мастерским выстрелом попадать. Куда? Правильно. Туда. Вода пошла? Оп, вода пошла. Отлично. Ну? Прыгай давай. Опа. Почти. А где еще забираться-то? Если не здесь. Можно еще здесь попробовать. О, во-во-во. Здесь хотя бы забрался уже. Уже хорошо. Так. О, вот она аренка. Че у меня помрет она? Даже какие стрелы? Слоновые? Слоновые. О, вернуться на поверхность? Так. Ты главное это. Дурная. Выбирайся оттуда, твою мать, дура. Что-то у меня плохие предчувствия. А, о, ты где?
Ой. Кстати, посмотрите, где я нахожусь. Я где-то буковка Д. Видали? 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 Вот, нахожусь я типа здесь. А по факту, о, буковка Д где-то здесь. Ой, да ладно, отстань, ты задолбал уже. Ох ты, собака нехорошая. Слышь, я вообще-то мечусь. Так, мочи! Ну ты и дура тупая. Давай вылази отсюда нафиг. Вылази нафиг, дурное отродье. Так, стоять! Стоять! На тебе лук, на тебе стрелы. Во, красава, отдай, не греши. Вот, стреляй. Ну? Красава. 172. Давай, давай, мочи. Мочи козлу. Ну, по крайней мере, она типа стоит на месте и не пытается занырнуть в яд. Уже хорошо. Мочи козлу! Ей, давай еще разочек! Давай, давай! Опс, стоять, назад, переместись. Я хотел сделать вот так вот. А, черт побери. Стоять нафиг! О! Отлично! Кинжал бездны, слезы бездны, в общем, бездны, 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 бездны. Это хорошо. Так, это все добыли. Здесь больше ничего нету. Возвращайся назад. Ну, благо здесь не глубоко. Она, если что, просто заходит вниз, а потом это, выруливает. Кожа рептилии. Всякая фигня из бездны. Во! Посох Триумвирата. Да, здорово. А, так, глаз бездны. Так, кожа рептилия. А, вот они, рукавицы из кожи рептилии. Это вот, которые мне дропались, да? И вот он, посмотри, какая штука прикольная. Ну, в смысле, выглядит. Сама-то что-то она как-то по броне не очень. Но надо смотреть, какие там характеристики у них. Так, ну отойди. Вальяжной походкой. Ты вышла из яда. Да. Тупости, конечно, тебе не занимать. Все, отдай. Вот это заберу. О, плоть бездны. Прикольно. Я уже не помню, для чего она была нужна. Но пускай будет. А, там вроде бы это, она типа урона у саблезуба увеличивает, типа, шанс на атаку и так далее. Вот это вот и все, короче. Окей. Окей. Фигня. Так. Ой. Поэтому убираем и ставим лук. А, что я еще хотел глянуть там? Точно, бездны. 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 Подожди. Вот, кинжал бездны. Ну, правильно же, бездны. Копатель. А, вот меч бездны, стрела бездны. Урон здоровью. Че? Че это такое? Чет, короче, попахивает фигней. Ладно, пофигу. Самое главное, что? Правильно. Здесь ничего, здесь ничего. Мы прошли Клоаку. Это самое главное. Можно, конечно, держать путь обратно, но для чего? Я не знаю, когда есть выход вот здесь должен быть. Ну-ка, ты сейчас еще раз заспавнишься, нет? Ну, сомнительно, конечно, но... Хоп! И выход! Да? Клёво! Подожди, это мы где вылезли? Ого!
То есть мы вот отсюда зашли. И вот сюда пришли. Не, ну клево. Дырка хотя бы не просто так. Типа колодцы сделаны и... Тоже как бы конец карты. Но это... А, не, это не конец карты. А может и конец карты. Кто ж его знает. Клево. Ага, и сюда просто так ты... То есть сам ты сюда не придешь. Ты сюда именно что... Вот тебя-то пахнет только. Да-да-да, это конец карты. Кстати, интересно, что если в Хиараба отправлю за это? Ой, господи. За пределы карты. Ты чё там? Ноги разбила, что ли? Кстати, чё там по XP? Ну, 9 левел, хоть что там. Во, а здесь канает эта живучесть. Эх, ты ж собака. То есть ты могла больше живучести получить, да? Благодаря вот этому-то. На тебе проворство качалось, потому что вот это... Ай, ладно, насадь, короче. Посмотрим, что вообще из тебя выйдет. В плане очков здоровья. Так. А мне что нужно? А мне нужно до дома сейчас добираться. Да, вот мы вот здесь что и... А, я это изучал уже. Да, я уже здесь стоял, я это изучал. Я уж сюда уже добирался. Да-да, вон телепорт. Там поселение. Кстати, это то поселение, где мне броник попался. Именной, единственный и неповторимый. Давай глянем. Танцор. Ой, а чё ж вы такие все побитые здесь? Потому что у вас была гиена. Тоже ни о чем. Тоже ни о чем. А здесь у нас что? О! А, да, это я уже изучал. Вот язык. Ну вот. Сейчас разберется с этими и будет вообще кайф. Хотя XP, конечно, вообще ни о чем от них, но. Вот это я заберу. Там ресурсов нормально дают. Кстати. Сидит он там. Ну и, собственно, больше здесь никого. Ладно, погнали до базы. Все легко и просто. Делает вот так. И язык переключить. Забыл, как я всегда на серверах делал. Копируешь. Потом просто Enter вставить. А, вот они, бутылки мои. Вот ты, ёп, твою ж за ногу, а. Ну ладно, благо там это не пригодилось. Копировать, вставить и это. Камешек, палочки. Всякая гадость. Кстати, я плоть бездны теперь могу делать. Это, наверное, типа мясо и это... Суп из желтого лотоса. О, господи. Яйцо с сюрпризом. Кошмар. О, наверное, на костре делается. А, кто ж его знает. Кстати, это у нас портится? У нас не портится, слава богу, хоть это не портится. Так, что мне нужно? А мне нужно... Да, сначала все-таки скинуть все ресы. Кровь демонического нетопыря альбиноса. В целом, это все, что мне нужно. Вот только бы вспомнить, какой там ритуал нужно делать. Был бы вообще огонь. Мне сейчас нужно... Если смотреть по карте... Ну да, по сути, куда-то сюда. Значит, что... Правильно же, да? Так, это у нас дорога рабов. Ага. Да. Здесь у нас провал.
Да, вроде бы вот сюда куда-то нужно. А, не, вот, башня упырей, точно, вот сюда мне надо. Проклятая тропа, здесь поднимаемся наверх, там через это и... Точно. Значит, телепортируемся в провал. Блин, то тут надо было пешком дойти, быстрее было бы. Просто отсюда, типа... Кто ж знал-то? Ладно, погнали. Вон оно, то место. А, добираться сюда можно как просто наверх забраться, можно и отсюда с помощью магии, а именно ледяного моста забраться. Как это делать, я уже показывал. Какой-то из прошлой серии, уже не помню, но в общем, было дело как-то. Случайно туда забрался. Там, собственно, кровь не топыря я и добыл. Просто так реально намного легче. То есть вот мы забираемся и все. То есть можно было карабкаться. Но у меня путь полегче. То есть вот он как раз его хватает. То есть просто смотришь вверх и... Он поднимается, соответственно, вверх. Этот самый мостик. Так. Здесь у нас опять будет мне топырь. Ну, завалим его еще разок. Стоп. Готовка. Ну, я вроде бы ее изучал уже. Белая смерть приняла свою смерть. Вот такая вот тупость. Вроде бы нужно сделать так. И вроде бы так. Отлично, создается. И оп, у нас есть пробужденный посох триумвирата. А еще могу? Ага, больше не могу. То есть я его пробуждаю только один раз. Ничего. Угу. Ну окей. Давай посмотрим, что нам про него скажут. Похоже, что в этом посохе пробуждено ритуалом на вершине башни упырей. Поселился дух демонов. Воззвав к демонам, можно получить от него совет, но стоит ли верить этому совету. Ну окей. Так, его можно разместить. Что самое главное. Кстати. Так, ладно, не будем испытывать судьбу, мало ли еще в пламя забежит и сдохнет сразу одновременно. Чтобы... И все, короче. Нам это не надо. Давай на холм лететь. Да ёб твою за ногу. Отлично. И здесь размещаем этот самый посох. Пусть земля шагами и так далее. О, привет. Благодарю тебя за свое пробуждение. Так, секунду. Я просто молчу, он базарит, и там внизу над ход-баром
надписи. То есть текст, который он говорит. Не знаю, то ли я сразу могу его понимать, то ли какой-то язык я изучил, его могу понимать, но как бы базарить с ним можно, это хорошо. Ну, об этом мы уже с ним разговаривали. Он рассказал, как можно снять. И это он уже повторяется. Снести, вернуть снаряжение. Использовать. Ну, использовать это базарить. Так, вернуть в снаряжение. Ну, можно его поставить куда-нибудь. Пускай стоит. Как говорится, ну, я обещал же его в точные воды не кидать. Ну вот, пускай здесь стоит. Нормально? Нормально. Вот такие вот народ. Дела. Ну что, с посохом побазарили. Точнее, с посох добыли. С посох пробудили. С ним побазарили. Узнали то, что мы до этого знали. А значит, что правильно, я иду не по порядку. То есть нужно было сначала сходить в клавку, ну как бы сами видели, босс он легкий. Нужно было сходить в клавку, изучить вот это вот все, добыть посох, посох пробудить, и потом уже идти в бездну, ну в город, безымянный город, как бы, и это логично было. Но, сами понимаете, как иду, так и иду. Хорошо, хоть добрались руки до клавки. В целом, данж прикольный. Загадками и немножечко логичности, не просто ходи мочи, что тоже довольно-таки неплохо. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.